Всем трема доброго времени суток, это канал Лейзи Дмитрий Ленивый. Ленивый я. Так, мы с вами продолжаем играть Little Nightmares, маленькие кошмарики. Маленькие-маленькие кошмарики. Так, секундочку, что это тут такое у меня? Какие-то гадости, какие-то, блин, спам какой-то, кошмар просто. Так, сейчас. Надо, блин, сразу будильник ставить. Вот так. Напоминаю, что ссылка на плейлисты группы ВКонтакте в описании под видео. С вас лайки, дизлайки, подписки без отписок, комментарии с меня, контент, извиняюсь за свое сопение. Вот теперь продолжаем. Кстати, я тут когда описание к игре искал, ну, естественно, на Википедию зашел. Оказывается, мы в корабле. Ну, собственно говоря, несложно было догадаться по всем этим покачиваниям. Но все равно, мы в корабле, он называется Чрево, он откуда-то всплывает. Девочку зовут Шестая. И что-то еще, не помню. В общем, вот так вот. Как-то так. Что-то я там еще видел и записано. А, и она съела хлеб. То, что мальчики там кинул, это был хлеб. Да. Я дочитал до момента с хлебом, потом понял, что не-не-не, стоп. А нам выше или дальше? Ну, хотя давайте. Ага, интересно. Давайте выше попробуем. Так, надо вспомнить уже управление тоже немножко. А, здесь, возможно, какие-то... F, да? Ага. Здесь, возможно, какие-то секреточки. Нет. Ой, а здесь проход. Ты чё? Зачем тебе ведро? Так. Стоять. Я просто пытаюсь понять, в какую дверь мне надо, а то я боюсь, что сейчас... Уйдешь куда-нибудь и потом вернуться не сможешь. Давайте сначала в ту дверь. Там потому что именно дверь. И она именно что... Вот, тут что-то написал. И она... Все-таки это дверь именно. Ну, в случае перезайду. Сейчас тут что-нибудь захлопнется или еще что-то подобное произойдет. Давайте посмотрим. Подожди, мы здесь были. О, привет, мелкий. Стой! Стой, козявка. Стой. Эй, а чё? А чё, подожди. Там дверь, что ли, какая-то? Ха. Интересно. Он куда-то убежал? Сейчас, секундочку. А вверх? Наверху вроде ничего нет. Да, там есть какое-то помещение, а чё, а как? Может, так выключить? Да блин. О, это ж лампа. Опа. Нет, ну. ХЗ. Да не, вряд ли. Что-то я мутю здесь. А, так ты лезешь, да? Ну, фиг его знает, ладно. Что-то я не знаю даже. Ничего не открывается.
Чувак убежал в шкаф и закрыл дверь. Да... А, так может шкаф можно подумать? Ну а чё? Не, ну а чё? Да и ну его нафиг. Не хочу возиться. Фу ты, блин. Вон в чем дело. Земная плита. Тут такое есть. Ладно, хорошо. Мелкий я тебя все равно поймаю. Стой, Козявкин. Я знаю, что ты здесь. Стой. 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 Стой, маленький. Ну куда он опять делся, блин? Что ж такое? Опять бежал. А, интересно. И зачем нам это? Ох, ёлка ломана. Ну и рожа. Фига себе. О! А это та самая тетка из самого начала. Она не любит зеркала, судя по всему. Ага. Мы все посмотрели, да? А, нет, стоп. Еще что-то. Что, зеркало? А, то ли затемненное, то ли черное. Ну ладно, зеркало так зеркало. Пошли. Ну а чё? Мелкий, ты где? Дайте обнять. Вредно. Да он сныкался, блин. Подожди. Стой, козявка. Куда ты, блин? Стой. Да ты все время убегаешь, а? Привет. Вот. Видишь, все. Нечего было убегать. Мне же дружба, жвачка. Слушай, а может эту дверь тоже можно как-то открыть? Слушай, больно она. По-моему, нет. Ну нет, она что-то как никак не реагирует. Ладно, пойдемте наверх. Ну ладно, хорошо. По крайней мере, мелкого нашли и эту непонятную хрень посмотрели. Не очень, действительно. Да оставь ты в покое это ведро. Шути. Далось оно тебе, блин. Пошли. Вот. Ага. Чемодан. Туалет. Еще чемодан. Так. Да, и судя по вот всем вот этим гигантским длиннющим штукам. А это нафига? Интересно. Слушайте, а вот эти штуки можно разбивать?
Так. Ну, подвинуть-то можно. Только зачем? Вот так вот. Не обижайте маленьких девочек. Они вон чемоданы размеры. Это, я говорю, все равно, чтобы представить, как обычный человек толкает, блин, легковушку, ё-моё. Что-то мне не нравится этот звук. И вот это топанье. Интересно, заметьте, обратите внимание, да? Что кровать с этими, с ремнями. То есть это же не совсем кровать, а скорее как его. Ну вот как в психушках, да? Ой. Ключ вижу. Так, ну скорее всего. Не, большую бухашку она не берет. Скорее всего, нам надо этот жечь. Ага. Окей. Немного читерный способ, но окей. Вот да, она берется с этой стороны, но почему-то с той стороны она не тащила. Ну, наверное, так. Наверное. Не знаю. Хотя нет. Низковато, да? Ой. Застрял. Так. У нас есть кровать. А, стоп, нет, вижу. Вот, с этой штуки надо. Но это явно место этого. Да, вон, собственно говоря, как фотка на стене с перемотанной рожей. Это, скорее всего, да, это вот этот вот, ну как. Этот длинный тут тусуется. И чё, и как? Здесь не слезает. Ой, блин, куда он улетел? Фуф. Я, честно говоря, был уверен, что сейчас этот длиннорукий появится. Но, видимо, не сейчас, да? Да. Да что ж ты будешь делать? Секундочку. Извиняйте за перерыв, дела семейные, хотя для вас-то перерыва, по сути, не было. Я ж не больно там как-то. Ну что, что, что ты так грустно смотришь? Охренеть. Ну окей, давайте. Тише, тише, тише. Ага. Блин, я что-то по приколу взял эту штуку. Лифт. Это лифт. А это клетка. Так. Видимо, опять нужна игрушка. А это... Пошли. Я по приколу, честно говоря, взял эту игрушку. Оказывается, ей нужно на кнопку. Знаете, что мне кажется? Вот
Что-то мне подсказывает, что сныкаюсь-ка я вот сюда, так на всякий случай. Блин, ну почему-то этот ящик просто, знаете, сразу привлек внимание. Клетка и ящик. Вообще довольно интересный лифт, если так подумать, да? Обратите внимание, тут всего одна кнопка. Ну. Так, скрипучий пол. Здесь не скрипучий. Всего одна кнопка, да? То есть это лифт. Опа, 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 ты чё? Опять? Ой-ой-ой. Мы что-то... Эй, мальчик с хлебом. Спаситель наш. Пошли убьемся. Нет? Да, правильно. Туда нам и дорога. Вообще неожиданно. Может, туда пройти надо будет? С добрым утром. Извини, мелкая. Ну я не специально, ну честно, ну. Ну ладно, ну что-то прям сидит и сидит. Ну да, углубил. Так, сейчас здесь станет плохо, да? Вообще интересно, да, обратите внимание, что у нее прям приступы даже не голода скорее, она ведь кашлять именно начинает. То есть ей. Это не голод, это что-то прям вообще печальное. Ой, помираю. А что тут же. Только не говорить мне, что крыс жарить придется. Ну, не то чтобы я. Как говорится, жить захочешь. Не так раскорячишься. Ну, блин. В прошлый раз мы вроде как хлеб ели. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А я прям совсем помираю, да? Вы слышите это, да? Музыка такая прям. Да вы шутите. Ну это же, это же ловушка, блин, ну. Она даже прыгать не может. Она оглядывается на ту штуку. Так, ну тут крысиную дрянь не ест. Ну блин, ну это ловушка, ребят. Ну это прям очевидная ловушка. Ну, ну ладно, ладно. Ну давайте, да, давай, давай, давай. Вот это мясо, как бы оно совсем стрёмное. Ну давай, хомяч. Чё ты? Эй, ну ты чё? Давай. И главное, каждый раз так еще и экран трясется, да, как будто с ней что-то происходит. После каждого съесть. Ну, естественно, блин. Ну, елки-палки. Ну, я не знаю, более очевидные просто вещи придумать нельзя. Ну, с другой стороны, да, здесь, судя по всему, это, как это, согласно сюжету, да? Опа. Ё-моё. Так, подъем. Мелкая, вставай. Мелкая, вставай. Мелкая, вставай. Я не знаю как. Врагу не сдается наш гордый. Кто-то там? Эй, ребята, подъем. Вас тоже вытащу. Эй, алло. Вставай, ну. Эй, ты че? Заметьте, они, заметьте, они тоже в этих капюшончиках, да? Блин, а. Но даже не реагируют, я хочу сказать. А может они, в отличие от нее, ну как это, уже тут слишком долго. Так, а это что за место? О, зажигалка. Все. Ой, так мы ж тут ходили. I believe I can fly. Нет, belief не помог. Can't fly я не научился. А, даже так. Хм, интересно. А заметьте, а лампочка там зажжена. То есть ты начинаешь не от, ну, не оттуда.
Я, собственно говоря, поэтому и поджег лампочку. И заметьте, что в некоторых клетках сидят дети покрупнее, чем мы с вами. Свободу попугаем! Свободу попугаем! Пусть всегда будет солнце! Кто знает эту отсылку? Да уж. Так, ну, это мы зажгли. Ладно, допустим, ква. Такая грустная мелодия прям. Интересно, нет, я говорю, вот, интересная анимация, что она именно кашлять начинает в этот момент еще. Плюс, когда она ест, как-то это как-то так обставляется, как что-то очень плохое. В чем проблема-то? Может, имеется в виду, что тут все мясо из таких же детишек, как она, но, блин, конечно, с одной стороны, может быть. Можно раскачаться. Прикольно. А да, Тарзана изобразим. Та-дам. Не в ту сторону зацепился, ну да ладно. И о! А, так это было правильное действие. Ладно, окей. Интуитивная игрушка очень такая. Может быть, не прям супер понятная, но. Так, это у нас дверь. Дверь. И чё? Ага. Ну я отсюда запрыгнул. А что дальше? Я что-то не вижу. Может, проход какой-то? Нет. А! Может, по этой херне надо залезть? Ага. Уф. Гильотина? Зацените. Там на заднем фоне гильотина. Тише, 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 тише. Ну что ты скрипишь-то? Все, пошли в ванную. Не знаю зачем. Ты подожди ты, ну. Она ничего здесь не смотрит. Иногда в таких местах бывают спрятаны эти... Ну, какие-то вот тут же статуэтки есть. Так. Пошли. Мы идем прям к... Ага, ткани. Ну, про ткань-то здесь ясно понятно. То есть... Угу. Когда ты на тканях, ты не шумишь. Ой. Когда ты на тканях, ты не шумишь. Как тут? Ой, нифига себе, что... Смотри, что делает. Он этого мелкого завернул? Обалдеть. Они даже не сопротивляются. Жесть какая. Так, внимание, вопрос. Нам надо дождаться, чтобы он ушел или что? Да, он их заворачивает и просто отправляет куда-то. А эти даже не сопротивляются никак. Сейчас такими хапалками. То есть его надо было отвлечь. Я как бы поскрипел. И он ушел. Ага. А он слепой, да? Да, он слепой, судя по всему. А эти даже не сопротивляются, я хочу сказать. Ну, то есть вообще как бы... Ты ублюдок, а? Ох,
Хоть бы раз, я говорю, в такой игре был главным героем какой-нибудь, знаете, такой матерый десантник со здоровенным ножом такой, знаете, опытный такой дядечка такой, прошедший через многое, да, так, знаете, который, как говорится, вот эти хапалки бы поотрезал к чертовой матери, этому уроду. Да ладно. Ты хочешь сказать, что здесь прыгать надо? Заметьте, сидят, вообще не дергаются. Ну, то есть даже как-то не реагируют. Они настолько... Нажимная плита? А, нет, смотри-ка. Смотрите, я был уверен, что вот эта вот приступочка, это такая нажимная плита мощная. Тут, типа, знаете, по принципу, что вот он тяжелый. И, ну, типа, для него это норм. Тихо. Пойдем отсюда. Ну, нахрен. Страшно какой-то. Жуткий он. Так, ну здесь, похоже, можно бегать, да? Да, ублюдок тот еще, конечно. Так, ну короче, не ходите, дети, в чрево гулять. Что-то тут какая-то явная нездоровая хренота происходит. Он ушел. Не отреагировал даже на эту штуку. Так, ну ладно. Ну здесь понятно. Здесь вот тут рычаг. То есть это все-таки нажимная плита, да? Себя, что? То есть это все-таки получается все-таки именно что нужно. Там над нами шароварится. Да. Чувак, конечно. Блин, а. Ну, как обычно, я говорю, в таких играх. Почему-то в подобных ситуациях оказываются очень беззащитные создания. Ну, по крайней мере, на данный момент. Хрен узнает, что там с этой девочкой потом дальше будет. Что там? Что будет, как в Лимбе, как в Инсайде. Или... В итоге она вообще окажется каким-нибудь... Ой. Охренеть. Кладбище домашних ботинок, блин. И чё? Ну чё, побежали? Уи! Да. Ух ты, кто это? Давай. Съели. Да. Ну, я думал, мало ли. А где я появлюсь? А, на чемодане. Не, ну я думал, может, тут будет какой-нибудь прикол. В конце концов, окажется, что там этот колпачок. Ну а чё? Почему бы и нет, спрашивается. А это что-то очень плохое. Уйди. Папочки падают. Уйди, а! А пардон, пардон, Моа, недалековато? Куда? Ты чё, блин? Блин, чуть...
чуть-чуть, а? Собака, чуть-чуть не успел. Да ну опять в начале. Да ну чтоб тебя, бляха-мух. Эй, подъем. Чуть-чуть не успел, а? Вот тоже, да? Она так через них пробирается. Ну, хочется сказать, а чё? Просто... Это же тапочки. Эй, ты чё? А чё? Эй, алё! А чё она не залазила-то? Под ослагом вцепился и не поднимается. Да ну иди твою в корень, а. Ну что это такое, блин? Ай, ёкаламане. Вот смотрите, вот сейчас я иду к чемодану. Просто вот иду к чемодану. Нажимаю на... Все, залез, все нормально. Все, залезаю. А здесь в чем проблема? Вот залезу. Блин, а что тогда ты не залезла? Да. В общем, таинственный... Как это? Таинственный... ботиночный монстр. Ага. Дверь закрылась, да? Да. В общем, дети, окажетесь в таком чреве, ищите дробовик. Ну или... Поймал. При всем моем уважении, а как он здесь оказался? И как от него убегать? Понятно. Вот так вот. Да. О. А, забавно. А на этих он не, толком и не отреагировал. Ну, то есть, как бы отреагировал, но на меня-то он, считай, сразу схватанул. А на этих нет. Опять закрылся, обратите внимание, да? Куда все делись? Так. Ничего. Есть трещина. Так. Не понимаю. Что? Может, не в ту сторону подвинул? Вроде оглядывается вот на эту. А. Понятно. Смешно. Ну да, надо следить за тем, куда она оглядывается. Мелкий, стой. Не шумим. Над нами жуткая хрень. Непонятная. Невнятная, которая занимается тем, что лобит детей и пакует их в тряпки зачем-то. Гребаный ублюдок. Больной ублюдок.
вообще непонятно. Что это за хмырь? Зачем мы ему сдались? О! Мы разбили еще одну статуэтку. Понятно, зачем, неизвестно на кой. То, что я все статуэтки не соберу, это без вариантов. Ну, то есть, как бы, я даже и не сомневаюсь в этом. А чё, а где? Я чё-то не вижу, я похоже. Может, надо как-то... Чё? Может, это здесь надо вылезти? Вот оно, блин, а я что-то... Не, ну как бы круто, а что от меня сейчас требуется-то? Как его? Может, надо этого ублюдка этой штукой отвлечь? Сейчас. Смотри, успел, гаденыша. Чуть-чуть. Ну, то есть, да, вот есть какой-то момент, когда он тебя, ну, как сказать, когда ты оказываешься в зоне действия этого говнюка мелко. Ну, как мелко, не такой уж он и мелкий. Здоровая крыса. Руки бы тебе поотрывать, блин. Дрень такая. Так, там эта статуэтка уже того или не того? Так, статуэтка уже того. Давай, козел, иди. Так, ладно. Ну, тут понятно, тут надо пошустрее просто немножко не тупить, как бы я, видите, дождался, как он пошел, а надо было не ждать, а просто берешь эту хрень и... Валим. Ой, блин. Да уж, напряжненько. Хухры-мухры. Опять вниз. Вот да, видите, в такие моменты она все равно как бы шумит. Несмотря ни на что. А здесь шум. Ой-ё. Как он все время оказывается где-то рядом, блин, жопная дырка, а? Так, нет, ну это не надо. Дверь предлагаете открыть или что? Часы какие-то повешены. Ну, похоже, да. То есть задача слезть с двери, да? Я думал, надо залезть на часы. Видите, вот в чем как бы момент был. Но нет. Все-таки не залезть на часы. Все-таки нужно... Наверное. Я и не знаю, честно говоря. Вот мы как бы его отвлекли, и мы сейчас идем по ковру сбоку. А он там шарится по часам.
вроде бы. Видите, да, я думал, что как-то с часами связано, но... Ну, то есть, да, с часами связано. Да вы издеваетесь, бляха-муха. В смысле? Так, подождите. Я думал, он в дверь ломанется. От него, кажется, убегать в этот момент надо. Или надо дождаться, когда... Я говорю, с возможностями этой шестой в плане разрушения. Слушайте, ну, вы знаете, сколько такие часы весят? Может, надо реально кинуть, когда он... Пересидим. Конечно же, убежал мелкий. Так, ну тут вроде я... Вроде все сделал правильно, да? Или нет? Фиг его знает. Хм, наверх, что ли? Да, смотри-ка ты. Рояль. Так. Ну, здесь прям, опять же, рояль в кустах, но в данном случае рояль на веревке. Ну, посмотрите, вот ты сейчас прыгаешь на него, да? И он тебя слышит. Это ёшкин кот, а? Смотри, сейчас. Еп! Ну, он же качается. Ну, он же качается. Ну, где еще сейчас появлюсь, вопрос? А, ну ладно, хотя бы здесь. Ну, просто опять забеги с ним. Да, там, по поводу часов, там понятно, там надо дождаться момента, когда он, так сказать, сильно-сильно страдает от этих часов, и, соответственно, уже... Мелкий, ты где? Дайте обниму. Мелкий. Мелкий. Эй. Козявка. Я знаю, что ты тут. Нет. Ты не здесь, а я дурак. Куда не убегает все время? Да, я не здесь. Он не здесь. Ладно, полезли. Вот мне не совсем понятен еще момент с зажиганием свечей. Я, честно говоря, думал, что это сейва. Но, видимо, нет. Все ж таки нет. Так, надо дождаться, когда эта хрень поедет в мою сторону, а не наоборот. Бляха-муха. Что надо было додуматься до такого? Логично. Ты что, шутишь? А где прыжок? Алло, я для кого на кнопку нажимаю? Точнее, на клавишу. На пробел, короче. Эй, что за дела? Шестая, ты чего? Суициднуться решила еще разок? Не, ну, если тебе так надо, я как бы, в общем-то, не то чтобы сильно против. В конце концов. Что я знаю о твоей жизни? Вполне вероятно, что у тебя все настолько плохо, что ты... Мотала ты все эти путешествия по этому кораблику. Давным-давно. Как говорится... Вертела ты это все. И вообще, если это ты... Ну, в описании в Википедии написано, что это именно что шестая. А не шестой. Ну, вот сейчас же зацепилась. Внимание, вопрос. Ай ты! Им слезает, блин, длиннорукий ублюдок. Так, ну, видимо, вниз. Ну, а здесь нужен рычаг, да, тут. Как бы вариантов-то особо нет. Правда, опять к нему надо идти, к этому. Утырку, блин, длиннорукому. Блин, как неудобно, а. Камера!
Тут-то как раз понятно. Мы сейчас, скорее всего... Интересно, что она, эта зараза наводилась не на тот кубик. Тише, тише, тише. Ох, ты приставучий ублюдок, а? Что-то ты копался до девочки, блин. Нет, нет, нет. Это мышка. Все, отстань. Ну тут-то да, тут в принципе понятно, что надо делать. Ну, в смысле, что здесь надо, как это, ползти, отвлекать его, скидывать эти все штуки. А вот это он, конечно же, не услышит. Вы, блин, серьезно? Телевизор. Чувак, а тебя не должен телевизор отвлекать? Жесть какая-то. Пока, приятель.
Уф-ё! Представляю, как я сопел в эти моменты. Наверняка как ненормальные просто. Да, я все время соплю как ненормальные. А, понятно. И что, извините, особенность, так сказать, строения моего поломанного носа. Тут ничего не попишешь. А, надо переехать. А, ну понятно. Ну, тише. Не настолько все плохо. Стой. Не укатываться. Я знаю, что корабль качается. Это не повод укатиться отсюда. Я считаю, потом не верну. Еще вариант. Ух, ёп! А кто это там внизу? Смотрите. А, это эти. Тушки детишек, да? Да, это тушки детишек. День стук детей набирают, блин. Кстати говоря, вот тоже вопрос, да? Тише. Я не доверяю этой местности, блин. Все такое ненадежное. А можно не так громко шуметь, а? У нас тут один очень хорошо слышащий говнюк есть. Слушай, руку убери. Не лапать. Что ли реагирует? Возможно, отчасти. Вот ведь, я говорю, вот упертый, а? Придурок, блин. Нет, ну просто как бы всегда. Интересует логика. А, надо было бежать. Всегда интересует логика подобных. Интересует логика подобных персонажей, да? Ну то есть как бы ок, ну ты ловишь вот это вот. Что ты стоишь? Что ты нажимал? Дернулся, что-то вперед не побежал. Ну, бежим, что. Сейчас просто сразу. Я, что? Ну, я же нажал. Ну, конт, ну, катерил, ну. Ну, алло, ну, блин, ну. Ну, что, ну. Вроде нажимаешь, блин, а... Вот сейчас, вот сейчас. Кытырыл, ну. Знаете, вот, ну почему вот до этого не сработало? Ой. Что делать-то? Че-то реально, а что тут? Вообще есть одна идея. А ну-ка! Хана твоим ручонком, говнюк! Нет? Руку убери. Есть! Ублюдок. Будешь знать, как детей обижать, дрянь такая. Ой, недолет. Так вот. Всем руки поотрубаем. То будет
маленьких девочек обижать в желтых комбинезончиках. Туда идти на дорогу, скотина. А, даже так. Хорошо. То есть это вторая глава получается, условно. Условно. А, ну, в принципе, нормально. Ну, вот это прям, знаете, мне нравятся такие моменты, когда в итоге главный злодей оказывается, ну, в общем-то, наказанным. А то как-то раздражает, когда ты просто убегаешь откуда-то. И при этом, типа, ну, ушел, да. Ура, я спас. Типа, ну, что, ничего не сделал. Так, нет, ладно, давайте на этом стопоримся. Да, давайте на этом стопоримся. В принципе, прошли. Отлично, еще одна глава. Я, кстати, знаете, что думал? Что в процессе прохождения она будет стоять ближе к этой двери каждый раз. Она все еще внизу стоит. Ну, то есть, может, конечно, по одной ступенечке проходит, но вряд ли тут столько глав. Это будет слишком длинно. Хотя, в целом, игрушка пока более чем интересная. И даже такое количество глав. Ну, хотя нет, это будет затянуто. Ладно, посмотрим. А может, это просто сцена из игры, которую мы когда-нибудь тоже увидим. Ладно. Ну что, с длинноруким ублюдком разобрались. Самым, как говорится, достойным этого козла способом, учитывая, что он творил с детьми, что он там с ними вообще делал. Ну да. То есть он реально, получается, смотрите, это смотритель за детьми, который с ними что-то делал. Потому что, заметьте, они спят, они все спят в этих кроватях. То есть, ну, явно с ними что-то неправильное, потому что они даже сбежать не пытаются. Вообще никак. Потом он их доводит до, видимо, какого-то состояния определенного, после чего заворачивает буквально как мясо, как куски мяса в этот материал. Уж не знаю, что это такое. Ну, что-то мягкое, да? Раз так шаги хорошо глушат. И отправляет куда-то дальше. Ну, знаете, отрубание рук, по-моему, это еще очень, так это, по-вежливому с этим засранцем. По-хорошему ему надо было по очереди каждый палец оттяпать, потом уже руки, ну и так далее. Знаете, есть такая очень медленная, медленный способ изничтожения особо неприятных тварей. Но создатели игры решили так, и честь им и хвала за это. Потому что если бы мы просто от него убежали, это было бы, ну, не очень. Ладно, что, на этой более чем положительно справедливой ноте. Всем огромное спасибо за просмотр. Ссылка на плейлисты группы ВКонтакте в описании под видео. С вас лайки, дизлайки, подписки, без отписок, комментарии с меня, контент, извиняюсь за свое сопение. Всех, кто же до сюда смотрел, обнимаю. Парни, хлопаю, получили вашу щечку. Увидимся в следующей серии Little Nightmares. Пока что безоговорочная форева. Как-то так.